Интересная фраза дня на сегодня – get the hang of. Дословно «иметь висеть чего-то», а по-русски «приноровиться делать что-то», приспособиться к какому-то действию, улучшать какой-то навык. Друзья, перед тем, как мы перейдем к непосредственному отрывку, небольшая предыстория. Все начинается с безобидного приветствия Пенни. Hi guys. Oh, hey. I need some guinea pigs. Давайте послушаем еще разок. Hi guys. Oh, hey. I need some guinea pigs. А теперь вместе со мной. Hey guys, I need some guinea pigs. Давайте еще разок. Hey guys, I need some guinea pigs. Hi guys. Oh, hey. I need some guinea pigs. Пенни говорит: привет, ребят, мне нужны морские свинки. Или еще это можно перевести как подопытные кролики. То есть по-английски подопытные кролики будут guinea pigs, то есть морские свинки. В данном случае Пенни имела в виду подопытных кроликов, потому что она учится на бармена или бармена, и ей нужен кто-то, кто будет тестировать ее напитки. Ну а потом, как всегда, в дело вмешивается Шелдон и начинает, как всегда, пороть какую-то заумную ерунду. Послушайте этот отрывок на русском языке. А, отлично, есть компания по поставкам животных в Резете. Можешь попробовать до них дозвониться. Но если твое исследование будет использоваться для людей, я могу предложить белых мышей. У них химический состав мозга гораздо ближе к нашему. Ну и после чего Пенни продолжает. И обратите внимание на нашу ключевую фразу «get the hang of». I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom's been saying that for years. Давайте послушаем еще разок. I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom's been saying that for years. А теперь, друзья, произнесем вслух, размеренно и вместе со мной. Друзья, где бы вы ни находились, покажите окружающим, что вы учите английский, произнеся вслух и вместе со мной. Давайте. I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom's been saying that for years. Давайте еще разок. I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom has been saying that for years. Пенни говорит: клянусь богом, Шелдон, однажды я все-таки привыкну и научусь разговаривать с тобой. Ну, на что Леонардо отвечает и продолжает. И ты знаешь, его мама в течение долгих лет уже твердит об этом же. Друзья, обратите внимание, как Пенни произнесла фразу I'm gonna get the hang of. Gonna, напомню, это going to. And one day I'm gonna get the hang of talking to you. And one day I'm gonna get the hang of talking to you. I'm gonna get the hang of. Давайте, друзья, читаем мою бешеную транскрипцию. I'm gonna get the hang of. Давайте еще разок. And one day I'm gonna get the hang of talking to you. I'm gonna get the hang of. Видите, я сделал цветным ударение. Ударение на последнюю «э». Давайте еще разок. And one day I'm gonna get the hang of talking to you. One day I'm gonna get the hang of talking to you. I'm gonna get the hang of. Не I'm gonna, а I'm gonna get the hang of. And one day I'm gonna get the hang of talking to you. Друзья, если у вас возникают вопросы по поводу использованных слов в отрывке, по поводу грамматики или прочего, а они наверняка могут возникать, друзья, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я смотрю их все и отвечаю. А теперь, друзья, давайте произнесем фразу вслух еще разок, а потом вы проверите ваше понимание на слух. Я желаю вам хорошего дня. I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom's been saying that for years. I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom's been saying that for years. I swear to God, Sheldon, one day I'm gonna get the hang of talking to you. His mom's been saying that for years.